В четверг приблизительно в 8 часов утра скутер сбил трех школьниц. Авария произошла на улице Некрасова напротив 68-й школы. Семиклассницы переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Скутерист с места ДТП скрылся. Органы предварительного следствия убедительно просят откликнуться водителя грузового автомобиля, являющегося очевидцем ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по ДТП, участников дорожного движения, имеющих видеорегистраторы. Полезную для следствия информацию можно оставить по телефону 48 18 74 или 8 963 215 82 61. Известно, что шлем у водителя скутера был синего цвета. Сам скутер тоже был синим.